пап, можно тебя спросить? Почему ты меня не любишь? По пьесе Агаста Уилсона. Люблю? Разве есть такой закон, что я должен тебя любить? Нет. Ну ладно. Ты ешь каждый день? Отвечай, когда спрашивают. Ты ешь каждый день? Да. Пока ты в моем доме, не забывай, обращаясь ко мне, добавлять сэр. Да, сэр. Ты ешь каждый день? Да, сэр. Есть крыша над головой? Да, сэр. Ты одет? Да, сэр. И почему, как ты думаешь? Из-за тебя. Ха, ни черта не из-за меня. Ты сам-то как думаешь? Почему? Потому что меня любишь. Люблю. Двукратный обладатель премии «Оскар» Дензел Вашингтон. Я уезжаю каждое утро и рву себе задницу, потому что люблю тебя. Такого дурака, как ты, я еще не видел. Номинантка на премию «Оскар» Виола Дэвис. Мужчина должен заботиться о своей семье. Ты живешь в моем доме, набиваешь живот моей едой, садишься задницей на мою кровать, потому что ты мой сын. Мой долг заботиться о тебе. Я отвечаю за тебя, я не обязан тебя любить, нет! Я даю тебе все, что должен дать. Я даю тебе жизнь! Мы с твоей мамой сами сговорились, и любовь к твоей черной заднице в условия не входила. Не трать жизнь на переживания, нравишься ты кому-то или нет. Лучше убедись, что они тебя не подведут. Ты понял, что я сказал? Все, что делает наш мальчик, он делает для тебя. Мне не так просто признать, что я застыл на одном месте на 18 лет. А я была с тобой! Я 18 лет жизни пробыла на одном месте с тобой! Ограды.